вот сейчас, когда идет вот эта прорезка, помните, что чем чище вы прорежете, тем потом меньше вам нужно будет тратить времени на зачистку. Одно из самых распространенных конь. Ну, в последнее время очень большая мода пошла на подковы. Вот. Ну, также у нас, кажется, как круглая форма ярила солнца с приданием каких-то черт на нем. Это именно одни из таких вот древних форм. Вот. Ну, а печатный текстовой пряник, да, вот, именной так называемый, наиболее вот древние, они шли с надписями, скажем, «Во здравие» чаще всего. То есть кто-то кому-то посылал. Плюс ко всему, если учесть, что передвижение по Руси длилось, скажем, порядка 2-3 месяцев иногда, чтобы из конца в конец, вот, то самое интересное, что пряник при этом оставался свежим. Это, то есть, вот именно вот рецептура, то, из чего он делался, и то, как он делался, да, были настолько отважены, что в течение, скажем, 2-3 месяцев пряник сохранял свою полную свежесть. Не то, что он высыхал, его просто сухим привозили, а именно был пригоден к еде в течение вот этого времени. Далее мы наносим то, чего у нас не хватает на плавниках. То есть более четко обозначить рисунок плавников, то, что на хвосте и на плавнике имеются прожилины. Это можно сделать просто несколькими штрихами угловой маленькой стамеской. Почистить немножко надо. И прорезать эти линии. Далее нам требуется зачистить наждачкой аккуратно, и если где-то что-то начало пропадать, то подправить те места, где оно пропало. Раньше не было наждачной бумаги, но раньше инструмент был настолько острый, и опыт был очень большой, они циклевали. То есть производилась циклевка. Это делалось приблизительно вот так вот. Вот, вот хорошо. Вот приблизительно вот так проходила циклевка, таким вот образом.
Но еще раз повторюсь, для этого нужен очень-очень острый инструмент. В наше время есть наждачная бумага, которая нам замещает все. И, ну, где-то облегчает нашу работу. Потому что любая заусеница или усик, это вот как раз то, к чему будет цепляться тесто. Поэтому должно быть именно, насколько это возможно, более гладкая поверхность, чтобы тесту было не за что зацепиться. Когда обмели, уже видно, допустим, где что у вас, какие огрехи, и можно немножко просто взять и подрезать стамесками уже, четко убрать то, что наждачка обозначила, что оно его уже не возьмет. Глубина плавника самого должна быть желательно до сантиметра. Смысл в чем заключается? Он же будет печься пряник, если будет она тоньше, по отношению ко всему остальному пряника оно может просто-напросто сгореть или пересохнуть в момент выпечки. Поэтому желательно именно вот давать такую толщину общую. То есть не сводить, что если это хвост, скажем, то он должен быть тоненький-тоненький, как на самом деле. Нет, он хвост, он должен быть обозначен как хвост. Его именно обозначить. Хотя само тело хвоста будет намного толще, нежели оно есть на самом деле. То есть здесь форма, как говорится, только лишь имеет как бы свой образ. А все остальное все равно подчинено правилам и принципам того, как он будет печься, пряник. Так, ну вот нам осталось только лишь сварить эту форму в масле, для того, чтобы она стала более долговечна. И так как, что бы мы ни делали, все равно где-то что-то будет прилипать, тоже тесто, ее нужно будет мыть. А чтобы мыть, надо сделать так, чтобы древесина наша не боялась воды. Игровую форму пряников мы сделали. Сейчас мы сделаем печатный пряник именной. То есть пряник, на котором будет отображен текст. Вот. Мы выберем заготовку и текст, который будет вырезан на нем. Как делается текст? Надо учитывать то, что изображение на прянике имеет зеркальное отображение. Его получить очень просто. Скажем, вы взяли лист бумаги,
нарисовали буквы, которые должны быть вырезаны, подкладываете под эту бумагу копирку и обводите буквы. С обратной стороны вы получаете тогда то, что вам нужно нанести на ваш пряник. То есть в данном случае я взял имя Таня, и с обратной стороны у нас получается они как раз в том расположении, в котором должны находиться на прянике. Далее мы берем заготовку и начинаем разметку самой заготовки. Отводим грани. У нас должно на стенках остаться не менее, чем сантиметр. Теперь выбираем данный квадрат где-то на сантиметр. Для удобства работы можно использовать струбцины, чтобы не держать заготовку во время работы. Берем овальную стамеску и начинаем выбирать. Где-то 3-4 миллиметра можно сразу брать этой стамеской овальной. Если хорошая стамеска, хорошо настроена и древесина не слишком, скажем, твердая, можно где-то до 4 миллиметров сразу выхватывать. Но самое оригинальное, можно сказать, что я видел, это, значит, если, скажем, брать более старые тексты, да, вот, там они шли четко связанные и писали эти тексты грамотные люди, да? Но, скажем, перед революцией у нас с грамотностью было похуже. Вот. Но когда на прянике, скажем, присутствуют какие-то буквы, это же было интересно, все-таки красиво. Они служили в виде, скажем, даже украшения. И поэтому даже есть вот некоторые формы попадаются просто с набором букв. Непонятным, куда они и для чего предназначены, и что обозначают. Просто, ну, красиво, человеку понравилось, он взял, вырезал их. Даже такие попадаются формы. Не придавали значения тому, что оно может обозначать, можно так сказать. Красиво вырезал. У меня даже где-то снимок есть этой формы. Я тоже так это пытался. Думаю, может быть, человек какой-то смысл туда вложил, загадку. Ну, там в действительности просто набор букв, которые ему попались без смысла, безо всего. И вот я развернул сейчас форму и в обратную сторону также подбираю, чтобы именно уйти на нужную глубину. В каждом районе есть свои особенности, свои традиции. Вот. Поэтому где-то использовалась больше игровая форма, то есть в виде, скажем, рыбки, лошадки, а где-то наоборот использовалась больше форма с надписью, текстовая, именная, так сказать. Тут тоже уже именно от традиции района, где что больше сохранилось. Хотя я скажу так, что именно пряничные формы встречаются именно довольно-таки стабильно по всей территории Центральной России особенно. И где-то что-то вот выделить, что вот там они есть, а там их нет, я бы, пожалуй, что не смог. Просто здесь может быть вопрос встать в чем? Слишком мало до нас дошло этого наследия. Особенно если взять европейскую часть, когда Отечественная война прошла, и получилось так, что то, что не было убито революцией,
то уже довершила Отечественная война, так как дерево горит, оно, кажется, чаще всего было, как говорят, с деревнями вместе и горело. И пряничная форма у нее как бы шло двойное назначение. Они чаще всего делались крупные, на несколько пряников. Вот. И вот эта форма сама по себе, она же, если на ней что-то вырезано оригинальное, она служила украшением кухни той же самой. То есть она висела на стенке, как, скажем, кухонное панно. Младше 12 лет брать ребенка нет смысла. Смысл в чем заключается? Все равно, даже при наличии знаний любой техники, потому что режут, в принципе, не силой, а техникой. Надо знать технику, как это все делается, да? Вот, все-таки физическая сила все равно нужна. А до 12 лет, как бы, этой силы нет. Поэтому где-то лет с 12. Это уже, ну как, что-то резать можно, скажем, и раньше, но что-то конкретное уже, чтобы он мог сам делать, это где-то с 12 лет, раньше вряд ли получится. То есть он просто физически еще не потянет. Вот сейчас наша задача выровнять плоскость самой формы пряника. То есть то, где будет находиться текст. Мы сейчас как бы задаем форму нашему прянику. Сейчас нам нужно идеально выгладить эту поверхность, чтобы мы уже спокойно могли перенести нужный нам текст. Она буквально именно выглаживается, эта поверхность, потому что больше уже мы с ней ничего делать не будем. Мы будем просто прорезать буквы. Полученную форму можно немножко зачистить.
большие плоскости иногда действительно лучше отциклевать. Вот форма готова. Теперь берем наш текст. Обрежем так, чтобы не было лишнего ничего.